Знаете, для меня вот эта нейтральная позиция окончательно закончилась после того, как сборную России отстранили от розыгрыша чемпионата мира. Выступала ли в годы Великой Отечественной войны хорошо дивизия СС «Мертвая голова»? Вы знаете, наверное, да. Но стоило ли радоваться их успехам? Нет. Для меня сборная Украины по футболу сегодня такая же дивизия СС «Мертвая голова». Что я думаю про это? Я желаю, чтобы она сгорела в аду со всеми теми, кто ее поддерживает. Каким жестом я хочу это обозначить? Вот что я вам могу передать украинским болельщикам от души и полностью.